Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Nokia G22, и сейчас мы разберемся, как очистить DRM лицензии на данном телефоне. Итак, для начала мы переходим в настройки, после чего спускаемся немножко вниз к разделу безопасности. Здесь тоже немножко вниз, шифрование и сертификаты, очистка сертификатов, нажимаем ОК. Подтверждаем наши действия графическим ключом. И на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!